Из Объединенных Арабских Эмиратов экстрадирована Елена Данилова, бывший главный бухгалтер Казахстанского института менеджмента, экономики и прогнозирования. Она обвиняется в хищении более 14 миллионов тенге. По сведениям Генпрокуратуры, обвиняемая находилась в международном розыске и 3 года назад обнаружена в Эмиратах. Несмотря на протесты ее адвокатов, добивавшихся отказа в удовлетворении казахстанского запроса о выдаче, наши правоохранительные органы все же добились ее экстрадиции. Сейчас Елена Данилова находится в изоляторе временного содержания.